Всем привет! Вы на канале Азота. И сегодня я, как обещал, покажу два бага, которые нашел сам. Правда, сам нашел. Можете мне не верить, но я сам их нашел. Два бага в игре Гренни. Так, этот баг нам ближе, поэтому я покажу его. Только что тут ящик? Ничего нету. В общем, берем вазу. Вот эту вот вазу, которая там находится. Заходим в ящичек. Короче, и нацеливаемся на дырочку. Дроп. И посмотрите, где она. Она оказывается вот тут. Могу еще раз показать. Вот бабка Ёшка на помощь нам идет. Хоп. И снова она там. Представляете? Какой супер... Беспомощный баг, который никому не нужен. Так просто. Мне интересно. Переходим к следующему багу. Этот он баг будет находиться в подвале. А мы пока ждем, пока бабка Ёшка уйдет. Так, следующий баг будет находиться вот в подвале. Короче, залазим на лесенку, приседаем и на эти бочки. И так можно по лавочке полазить, вы никак без этого бага на нее не заберетесь, потому что наш игрок не умеет прыгать. Это логично. Так, и в чем заключается этот баг? Хотя, нет, я даже не два бага покажу, а три. Потому что вот этот вот второй баг, то, что можно по ним полазить, а третий баг, это вот это. Так, не это, погодьте. Третий баг. Так, а почему? Я не понял, а почему этот баг не работает? Так, постойте, или этот баг уже исправили? Так. Нет, нам так не пойдет. Так, дверки закроем. А ну быстро залазь. Прикиньте, этот баг уже исправили. Все, мы больше не посмотрим. Ну тогда, раз я не смогу показать, я могу рассказать. Короче, забирайтесь вот на эту бочку вот и встаете. И получается, ваша голова проходит сквозь вот этого вот потолка. И можно там будет видеть все. Но сейчас этот баг, к сожалению, не получается. Давайте сейчас попробуем, если мы заберемся. А, мы уже шум издали. Если мы заберемся на бочке, сможет ли бабка Зина Капкановна убить? Я думаю, это даже интересно. Давай. Зина, мы здесь. Ку-ку. Баба Зина Капкановна. Как мы ее будем звать? Ну, вернее, не звать, а, например, прикиньте, она до нас не достает. Ну-ка, если она нас обойдет. Я сейчас только этот баг нашел. Запомнил, что надо делать. Сочин, короче, идете на лавочку, на край, встаете и на край садитесь. Я уже запутался, просто я в шоке. Короче, на лавочку садитесь и встаете. И вот тут оказываетесь. Прикиньте, ребята. Я честно вам говорю, клянусь жизнью, я сейчас этот баг нашел. Это получается видео не два бага, а четыре. Это первый с вазой. Второй то, что на эти бочки можно забраться. Третий это то, что можно гол проснуть и смотреть, который баг сейчас уже исправили. Че ты смотришь на нас? Глаза ЛДЖ. И четвертое то, что вот так можно забраться, серьезно. Я не знала об этом баге. Я теперь вообще ходить не могу. Боже,
4 бага в одном видео. Ну, все, я выбраться не могу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Азота. Эй, не понял, ты про бабку Зину-то забыл? А, так, ребята, не слушайте его, подписывайтесь на канал Бабка Зина Капкановна. Ставьте лайки, иди отсюда, фанаты ЛДЖ. Не мешай нам. Короче, ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал Азота. Всем удачи и всем пока. Так, я не понял, ты стоил мне сказать, что да иди ты, иди, бабка Зина. Совсем уже офигела. Понты тут свои раскручивают. Ладно, давайте, всем пока. Пока-пока.